Камиль Вронский любит ходить в школу и учиться. Занятия – это классно. На вопрос, какой предмет ему нравится больше, отвечает. Больше? Мне все нравится одинаково. 9-летний житель польского города Люблин – ученик 4 класса. Но он также посещает лекции в университете. Математика, технологии производства и монтаж, физика и электроприводы. На общешкольном собрании Камиль в центре внимания. Все хотят узнать, как он смог стать самым юным польским студентом. Это было несложно. У меня даже появился там лучший друг. Недавно школьник получил от Министерства образования грант на дальнейшее обучение. Камиль посещает лекции в Люблинском университете технологий. Для него уже готовят специальную программу на кафедре мехатроники. При этом мальчику по-прежнему нужно ходить в начальную школу. Камиль очень любит учиться. Он хочет туда ходить и не хочет пропустить ни одного урока. Даже когда он заболел, он говорил: «Папа, пойдем, я не могу пропустить эти занятия». Он там, где всегда хотел быть. Некоторые дети хотят играть в футбол, но Камиль всегда хотел в политехнический университет. И вот он там. Представители университета говорят, что 9-летний вундеркинд хорошо вливается в процесс обучения. С думом обсервую. Я с гордостью наблюдаю, как Камиль осваивается в нашей среде, как он активно взаимодействует со студентами, иногда им помогает. У него особый талант, он гений, гений 21-го столетия, гений в математике и информатике. Я поздравила его родителей, поскольку они знают, каково это обучать маленького гения. А Камиль тем временем продолжает удивлять своими познаниями.